но у нас барабаны, вот, например, один из самых крупных барабанов вот здесь. Ага. Ну, вот видно деревянное чуть-чуть. За деревом, да. За деревом. Зеленые крыши? Да. Это как бы он крупный, но не самый большой в Алтайском Дарсане, но один из крупных. Здесь мы точно 50 миллионов мантр, наверное, есть. И в буддийской традиции считается, что вращение этих барабанов, оно активирует мантры. За одно прокручивание разом все мантры активируются в окружающее пространство и как бы приносит пользу существам, подавляют плохую энергетику, облагораживают местность. И как бы самое главное, самое важное, то есть мотивация и мысли, они какие должны быть, они передаются по традиции, например, верующим. Да? А обычно верующие, обычно с рождения, например, бурята, они обычно не разбираются в самой философии, на чем это все основано. И просто следуют традициям, что нельзя так крутить или иначе, например, да, а как им передали их предки, и так они делают. Например,